Всем доброе утро, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Сергея. У нас сегодня будет роллинг. Сегодня 11-й день замковладельца. Он ждал момента роллинга по 1200. Попробуем. Находится он в гильдии Огники. В Телеграм быть всем. Собачка Огни, пропуск Байки. Кидайте заявочки, вступайте. Так, отметимся. Поехали, посмотрим. Разбиватель, карта. Он плюхи, наверное, все позабирал. Я думаю, что побегал. Потому что и хватайка не светится, скорее всего, забрал. Да. Такс. Окей, смотрим, что у нас интересного есть. Рольных либо по 1200, либо по 450 у нас будет. Поехали, посмотрим на аккаунт. Ну, судя по всему, не Некрос есть, Фобос, Зефир, Трифид, Дуэлянт, Землеройка, Свален и Махатма. Вот так вот. Так, Махатма, Свален, Землеройка, Королева Ос, Трифид. Странно, что Трифида нету. И Фобос. Да, да. Так, окей. Он хочет... очень бабульку. Так, интересно, сколько у него тут доната. Ну, 226, но, судя по всему, недавно где-то аккаунт начал качать. Окей, поехали. 1200. Купидон, фараон, два купа. Так, а уже слотов не хватает, вот это плохо. Поехали, почистим. Хотя, что тут чистить? Ну, это можно попродавать. Мелкое. Такс. Блин. С местами, конечно, печаль. Осколки. 45. Сундучки. Сейчас мы до этого всего дойдем. Сейчас узнаем. Или будем открывать плюшки. Так, ну конечно будем открывать их. Поехали дальше. 450. Космо, нифига себе. Сразу же космище. Но это, конечно, круто. Блин, но он здесь, по сути, не нужен. Блин, обидно. Классный герой. Поехали дальше. 450 снова. Давайте так, 10 тысяч на 450. Бульдозер. И по 1200. Остальное. Асурик, Гаргул. Блин, то, что слотов не хватает, это от этого никуда не денешься. Так, идем, некоторые плюхи пооткрываем. Для видео он собирал их. Окей, давайте, поехали. Эмблемки. Две ремочки, блин, нету ни одной восьмерки. Вот это печально. Но ремки и расколы — это хорошо для архидемона и для локаций. Кстати, вот интересно, сундуки лабы. Три заклинательницы всего лишь нам упало. Так, чарки. Ну, два победных, в принципе, неплохо. Четыре пиромага для архидемона. Сейчас глянем по героям, что у него есть. Такс. У него тут, наверное, на всех нормальные чары стоят. Вот на космо можно тоже, в принципе, как вариант поставить, если на архи захочет натопить. И... да, по чарам тут вопросов нет. Так, окей, поехали дальше, потом вернемся. Опять Асурик. Ну что это за фигня, блин? Смотрите, опять склады на склад. Падает, конечно, по 1200, тоже неплохо.
Капитан Дрейк. Ну, такое, честно говоря. Не знаю, по 450, мне кажется, лучше падает все-таки. Так, окей, поехали дальше. Тык-тык, коробочка, карты. Вторые. Вот вторых неплохо падают, из четвертых. Нет, третьих нету, как раз таки у него красные кристаллы. Ну, тут мы сейчас нормально талантов натащим. Смотрите, сколько СО вытащили. Нормально. Получать эти часового. Такс, ну поехали. Тыдыщ. 45 осколков. Такое. Эсса заклинательница. Дуэлянт. Фобос. Оккультист. Зефир свален. Землеройка. Блин, капец. Поехали по 450 попробуем. Ну, конечно, космище упал. Еще одна седна. Бигфут. Ведьма. Паладин. Одержимый. Ея. Фрея. Я офигею, посмотрите, что делается по 450. И тут я просто задумался, стоит ли ролить по 1200. Реально. Это просто жесть. По 450 реально дофига всего падает. Ну, посмотрите, как его героя просто разобрали. Так, окей. Поехали дальше. Дальше у нас... Поехали в парящий остров. Попробуем тут что-то вытащить. У него там есть пыльца. 45 штук. Так, отчет. Один зефир. Ну, зефир сейчас. Блин, ну дофига расходников. Посмотрите. Сколько мы тащим. Отлично. Отлично. Пятерик. Очень много начало падать расходников. Смотрите. Просто. Просто жесть. Да. А что это за фигня? У нас же было. У нас было 5, еще как-то осталось. Я что-то не понял прикола. Как-то я что-то я не понял. Надо будет пересмотреть на видосе, что это за фигня. Было 5, нажал и опять 5. Так, окей. Поехали дальше. Валентина. Да дайте, блин, одного. Там же куча героев. Посмотрите, просто тупо. Еще одна Фрея. Да ну нафиг. Призрачный. Варлок. Это просто жесть, ребят. Ворожей ПБшка. Смерть бог грома. Бигфут. Блин, да и так падает, то падает, блин, не то, что надо. Стрелок. Я офигею, сколько всего. Просто пипец. Реально. Вот реально, если посмотреть. Мы выбили уже столько всего. И нифига толком не получили. Ну, за терпение и за... Так, АС. А, я выключил АС. Делаем. Делаем мега приход. Куча окон. Поехали еще два раза по 1200. 1200 и 1200. Просто, ребят,
Это просто изи. Ну чё, поздравляю, на последней тычке Мы вытащили тебе одну имбу и получили еще одну имбу. Вот так вот. Прожимайте лайки, вот реально. А, у него, кстати, у него еще и скина не было. Вообще отлично. Так, отлично, вообще огонь. Неплохой день. Два космо. Фобос есть и папулька тоже есть. Отлично. Так, ну плюс два топовых героя. Давайте еще там плюхи у нас. Вот я не понял с этим, что это за тема была. Как это у нас? Пыльца или это мне показалось? Да, смотрите, раз жму, еще раз жму. Я что-то не могу понять, что бах на сумках или что это было. Как-то странно. 38-я, 34-я, 38-я. Надо будет пересмотреть потом на повторе. В общем, так, Серега, поздравляю, у тебя два тех героя, которых ты хотел, они у тебя есть. Просто изи. Ну, ремку я не знаю. Ну, в принципе, можно поставить и сюда на время, на по локации, если будет использовать. Вот, смотрите, еще дополнительно сколько плюх. Ой, идем еще попробуем. А, мы не забрали. Вот у меня 15. Странно. Очень странно. Но нормально мы Зефира словили. 86. Не знаю, что-то я не понял. Может, это бонусная, хотя бонусная там же 2 падает, там просто не списывалось. Короче, непонятные темы. Пишите комменты, ставьте лайки. Сейчас буду пересматривать насчет бага, что это за фигня была. Всем удачи, всем пока.